У Дніпропетровську з'явиться перший в Україні музей АТО. Він розміститься у двох залах приміщення діорами, а також включатиме в себе відкритий майданчик. Будівельні роботи вже йдуть повним ходом. Вулична експозиція орієнтовно відкриється вже у травні. Тут будуть окопи, бліндажі та військова техніка з місць бойових дій. Експозицію назвуть «Історія подвигів жителів Дніпропетровщини» і планують завершити до Дня захисника України 14 жовтня. Эта экспозиция будет называться «Дороги Донбасса». Она представляет из себя открытую экспозицию порядка, ну скажем так, до 1000 квадратных метров, которая будет разбита на несколько отдельных зон, в каждой из которых будут представлены некоторые события. То есть суть данной экспозиции – это показать или, скажем так, дать возможность людям, которые никогда в жизни не были на войне и не ощущали всего того, что происходит там у нас на востоке страны, прикоснуться к тем событиям, получить ту энергетику, да, и быть как бы сопричастными к тем переживаниям, к тем эмоциональным всплескам, которые происходили и происходят на сегодня на востоке страны.